Подготовили своими руками и вложили душу. В Нарьян-Маре открылась выставка, которую организовало Всероссийское общество инвалидов. На экспозиции представлено более 50 работ. Побывала на выставке и наша съемочная группа. Чего только не увидишь на выставке. И картины, расшитые бисером, и вазы из газетных трубочек. Различные украшения и даже шкатулки из макарон. Инвалиды уверяют, что занятие искусством очень хорошо влияет на здоровье. Ведь руки наши, это, считайте, все органы, на них есть точки для всех органов. То есть, когда ты работаешь, и где-то что-то, у тебя и сердце работает лучше, вот, и глазки работают, и нервы успокаиваются, и все. Поэтому руки – это наше здоровье тоже, поэтому ими заниматься надо и надо. Всего в окружном обществе инвалидов состоит 630 человек. Вот уже 11 лет они организовывают выставки изделий, сделанных своими руками. Ежегодно мы проводим у себя в организации выставку творческую. В этом году у нас принимает 20 участников у нас в этом году. Условия нашей выставки, каждый год они делают новые работы. Значит, инвалиды в этом плане себя как-то реабилитируют, они общаются и показывают свое мастерство. Выставка продлится до конца декабря. Каждый желающий может ее посетить. Александра Бобрикович, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».